Работы только начались. Эта программа подразумевает, что в городе Красноярске будет отремонтировано более 200 дворов в течение этого сезона. Если сравнивать с предыдущими годами, это практически в 3 раза больше, чем в предыдущие годы, когда мы осуществляли подобные программы. Эта программа реализуется при помощи федерального бюджета. И, конечно же, это очень важно для людей. Почему? Потому что мы говорим о необходимости создания общественных пространств, но самым главным общественным пространством является двор многоквартирного дома. Почему? Потому что сюда человек приходит чаще всего. Более 200 дворов должно быть отремонтировано в этом году. Причем проект будет реализовываться не только в этом году. Подразумевается, что в ближайшее время в городе появится программа, рассчитанная на 5 лет, связанная с реализацией данных мероприятий. Подчеркиваю, эти мероприятия, эти работы должны выполняться при активном участии жителей и при контроле жителей за качеством выполняемых работ. Что касается городского совета, это для того, чтобы реализовать эту программу, администрация принимала новую муниципальную программу повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. Эта программа шла как приложение к бюджету города Красноярска на 2017 год и на последующие годы. Мы ее принимали и утверждали эту программу на комиссии по городскому самоуправлению и затем уже на комиссии по бюджету и на сессии в качестве корректировки. Поэтому городской совет следит за исполнением этой программы от самого ее появления. В начале этого года мы ее будем отслеживать сейчас на этапе ее реализации во время проведения ремонтов. И мы планируем в ближайшее время, когда начнется активная фаза ремонтов, делать такие выездные совещания с участием депутатов городского совета для того, чтобы видеть, как происходит ремонт. И городской совет, безусловно, будет делать выводы по итогам этой программы о том, насколько средства, выделенные из федерального, краевого и городского, в том числе бюджета, были использованы эффективно для того, чтобы при необходимости какие-то коррективы в последующие годы можно было вносить. Асфальтница разбита, водоотведения нету, вот эта зона отдыха, или как ее, зеленая зона запущена. Ну, все требуются к ремонту. 25 объектов, везде замена бордюрных камней, замена асфальтного покрытия, благоустройство, озеленение, тротуары и установка МАФов. В процессе работы все жители участвуют, вносят свои предложения, все иногда делают замечания, свои желания, все там будем учитываем и делаем. Поддержали эту программу. И вот, к нашему большому удовольствию, оказалось так, что наш дом попал в эту программу, и она, как вы сами видите, начала осуществляться. Работают подрядчики очень здорово, все это отмечают, потому что работают совсем немного, 2 с небольшим недели, но проделан очень большой уже объем работы. Это заметно. И те, кто живет, скажем, повыше этажам, они просто видят и констатируют, что разительные перемены проходят с двором.